Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добрый день! 23 апреля 1891 года в селе Санцовка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, ныне Донбасс, родился Сережа Прокофьев, ставший впоследствии самым известным и исполняемым композитором 20 века. Творчество Сергея Сергеевича Прокофьева составило целую эпоху в мировой музыкальной культуре. Самобытность его музыкального мышления, свежесть и своеобразие мелодики, гармонии, ритмики, инструментовки открыли новые пути и оказали мощнейшее воздействие на развитие творчества многих отечественных и зарубежных композиторов. Приветствуем вас на международном фестивале музыкального искусства «Прокофьевская весна».
Прокофьева Донецкой государственной филармонии и симфонический оркестр Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Дирижер Владимир Заводиленко. Сергей Прокофьев. Вальс из оперы «Война и мир». Андрея Волконского из оперы «Война и мир». Дирижер Юрий Парамоненко.
солист, лауреат международных конкурсов Владислав Лысак. Сергей Прокофьев, вальс из балета «Золушка». Дирижер Владимир Заводиленко. Thank you.
Прокофьев, ария Наташи Ростовой из оперы «Война и мир». Солистка, заслуженная артистка Фатима Касьяненко. Сергей Прокофьев. Сюита из балета «Ромео и Джульетта». Дирижер Юрий Парамоненко. Thank you.
Горки, Алла Кутузова из оперы «Война и мир». Солист, заслуженный артист Юрий Алексейчук. Thank you.